когда мы это все посмотрели, и они у нас прям одна на одну, так сказать, вот, засели, мы начали изучать, как их объединить и получить от этого синергетический эффект. И обратили внимание о том, что во всем мире, значит, существует зона свободной торговли. Это еще более выгодные территории, в которых, так сказать, еще более выгодная юрисдикция для иностранных торговцев. Ну, в общем-то, и для российских. У нас с вами вот не так давно было принято решение там, создать там Сингапур, там типа зоны свободной торговли. Ну, а самое главное, так сказать, есть две правовые зоны свободной торговли. Это свободный порт Владивосток и свободный порт Калининград.